Всем привет, дорогие друзья, с вами Смит, и я продолжаю, а точнее, еще раз рекламирую с Амитов сервер Майнкрафта 1.5.2. Как всегда, это в описании, ну и что же. Первое, что бросается на глаз, так это красивый спаун. Довольно красивый, да. Я его закончил делать только сегодня. Я тут добавлю бесплатный алмазный нагрудник, железный шлем, железные поножи и золотые ботинки. И алмазную кирку, и все остальные инструменты каменные. Также тут есть довольно много китов. Кит-тулс, кит-дытлс, кит-ночь, кит-колер, кит-фаерворк. Используем, например, кит Tools. Что это нам дало? Набор ученика. Продолжаем. Кит Tools. Это нам дает такой набор. Не знаю чего. Кит Notch. Надеюсь, я правильно его написал. Нет, неправильно. Ночь. Дает нам голову ночи. Именно так. Какой еще кит? Кит. Color. Это дает нам книжку со всеми правилами. Да. Дальше идем. И кит. Фарево. Фейерворк. Дает нам фейерверки очень красивые, которые красиво взрываются. Есть модератор один. Это Пхан Том Пхан. Главный админ. Амит 22202. И зам админа я. Смит 257. Обращайтесь ко мне, если с вами или что-то там, есть какой-то грифер, ну или еще что-то. Также на сервере очень частые раздачи. И один раз в 5 дней раздача 127. Так. Ну, в общем-то, все. Бант. Ну и еще я немножко тут поиграю на сервере. Улучшу его. И вы будете это наблюдать. То, что сервер продвигается и улучшается. Сет 0. Ну и я чуть-чуть немножко помолчу. Так. Дайте мне это. Куда бы его влепить? Сюда. Нет, сюда не надо. Вот так вот. Тут будет немножко инструментов. И сюда что-то влепим. Это все будет бесплатное, так что можете брать и покупать. Запросто. Тупо тыкая мышкой. Так, 311. Ой-ой-ой, не тут. 360. И это у нас 308. Дан. Аренхоль. 258. Админ. Шоп. 1. 3.
Дан. Так, и теперь лопата. 256. Дан. Все, дорогие друзья, создан магазинчик. Итак, предупредим их. Я снимаю. На всякий случай предупредить. Да надо. Есть бесплатный хавчик. Вот он. Отсюда берутся свинки, вы их берете. Ну и понятное дело, что происходит. У меня установлено несколько модов. Первый Tumani Items, второй Optifine. Да. Так, в общем-то. Вот, дорогие друзья, тут заходите, берете, покупаете. Также хотелось бы добавить сюда дуба, березы и шерсти. Хватает, хватает. Дуб, береза, шерсть. Не хватает таблички, которая вот тут, точнее. Это у нас вроде бы до 17. Админ шоп 1 3, 17 дан, 17 2, 17 разделить 2. Админ шоп 1 3. Так, шерсть 35 32, дан. Вы можете, конечно, покупать шерсть, покупать дерево. Почему тут нету верстака? Сейчас исправим. Должен быть верстак в любом случае. Так, а где нажимная? Вот нажимная плита. Не, деревянная, наверное, будет лучше в таком случае уже. Нет, что за... А вот нажалось. Так, теперь берем лампу. Вот, все. Так, и ровно с... Амид ругается. Заметно. И, в общем-то, вы можете покупать тут шерсть, делать заборы. Я вас сейчас научу делать палатки. Они делаются совершенно легко. Что же, давайте отлетим куда-нибудь. Например... Сюда вот, давайте. Значит, с одной стороны, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь блоков в линию. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И шесть блоков, ну, вот так вот, чтобы было вот так вот. Ну, вы поняли, короче. Вот, считая отсюда... Отсюда должно 6 блоков быть. И дальше считаем столько же 7 блоков. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь дальше все делается очень легко. Следите просто за моими движениями, как я делаю. Ну и все будет у вас чики-пуки. И у меня на голову наделась шерсть. Как же это неприятно.
И к любому игроку может на голову надеться шерсть. Я проверял. Да, действительно, это так. Да, 5-25, да хорош уже. Вот так вот.